Всем огромный приветик. Завтра решила сделать курочку на гриле. Для этого нужно подготовить ее заранее, для того, чтобы она очень хорошо промариновалась. Тушка, я уже обрезала все ненужные детали и запчасти. Сейчас я с помощью вот такого устройства, газового баллона, обшмалю. Тушка уже практически готова. Я ее разрезала вдоль грудки. Вычистила все вот эти штучки, которые там легкие или еще что-то. Обсушила салфеткой. Сейчас накрою пищевой пленкой и нужно будет отбить. То есть, ну, как обычно, да. Я думаю, что все делают такого цыпленка. И, в принципе, тут ничего сложного. Нужно его сделать немного плоским. Суставы вот эти вот разбить. Цыпленок, как вы видите, уже отбит. Практически плоский, я немного прошлась и по мясу тоже, ну, традиционно, да. Сейчас что я делаю? Нужна емкость, где будет удобно лежать курочки, мариноваться. Можно сделать и на 2 часа с помощью лимонного сока и потом жарить. Но так как я буду делать это с помощью гриля, поэтому немножко нетрадиционная маринация в плане того, что я оставлю на всю ночь. Итак, цыпленок хорошо отбитый, разбитый. На килограмм курицы где-то чайная ложка соли будет достаточно. Я сейчас посолю с двух сторон хорошенько. Когда я жарю цыпленка на сковородке, то я делаю заливку. И потом, когда она уже практически готова, со свежим чесноком, ну, то есть это гораздо вкуснее. Я сделаю смесь приправ и оставлю мариноваться нашу цыпочку. Потом уже завтра непосредственно перед жаркой я смажу немного размягченным сливочным маслом, чтобы хоть чуть-чуть было похоже на цыпленка тапака. Ну и что мне понадобится? Я достала тут приблизительно приправки, которые у меня есть. У меня здесь молотый кориандр, щепотка, хмели, сунели. Если есть сванская соль, то вообще будет замечательно. Ну, в принципе, сухая аджика или все, что у вас, в общем, есть, все, что вы любите. Добавлю немного перца обязательно. Сильно острого не буду, а вот такого. Красную паприку. Молотый имбирь, это я уже от себя совсем чуть-чуть, и сухой чеснок. Чтобы свежий чеснок не горел на гриле, я добавляю сухой. Можно потом немного выдавить чеснока и уже приготовленную курицу как бы измазать, да, чесноком. Ну все, все это перемешивается и обсыпается цыпленок. Желательно с двух сторон. Накрою пищевой пленкой и отправлю мариноваться в холодильник на всю ночь. Ну или там, когда соберусь жарить. Наступил следующий день, у нас уже воскресенье сегодня, достала цыпленка, сейчас включаю гриль, и я выбираю температурный режим, оранжевый, и включаю нагреваться. То есть сейчас вот так, а потом немного увеличу температуру уже под конец и на красную, да, для того, чтобы прям корочка была. Буквально чайная ложка сливочного масла. Я сейчас прям теплом руки его разогреваю. Сейчас оно немного еще полежит на цыпленке. И намажу его вот этим сливочным маслом. И как раз разогреется гриль. И отправлю его запекаться. Здесь у меня подготовка уже. На завтра готовлю еду. Будет курица, запеченная с овощами в рукаве. Все подготовила. Сейчас осталось нарезать курицу, добавить специи. Здесь у меня капуста, морковка, лук, картошка. Посолить.
добавить вкуса и запекаться в духовку. В принципе, ничего сложного. Это я сейчас на кусочки нарежу. Там у меня уже стоит опара. Буду делать хлеб. Утром у нас была каша рисовая, тыквенная. Посмотрите, какое количество. Кашу начал варить Сережа, пока я там раскачалась. Ну, зубы чистила, умывалась. Он 2 стакана риса поставил уже вариться. Ну вот, теперь неделю будет кушать кашу на завтрак. Я не кашаед, я только так, может, 1-2 раза. Гриль подал сигнал о том, что он готов к работе, нагрелся. Укладываю цыпленка кожицей вниз. Накрываю. Единственное, что здесь не помещается, так это ноги. Они немножко покрупнее. Я их потом вот так вот подверну. И когда он уже прижарится. И все будет замечательно. Духовка у меня разогревается. Я прям в пакет выложила мясо, посыпала приправами. Немного так разровняла. И овощи, которые я тоже, как говорится, приправила. И добавила пару ложек растительного масла, все хорошенько перемешала. И сейчас выкладу вот эту овощную смесь прямо на курицу в пакет. Это так выглядит. Сейчас нужно сделать вот пару таких надрезов на пакете. Лишняя влага будет выходить. В общем, неудобно это делать с телефоном. Сейчас сделаю и поставлю в духовку, она уже разогрелась. Через полчасика я сделала температуру, нажала на кнопочку и красная. Вот, видите, как выглядит. Еще минут 7-8 при красной температуре. Все, цыпленок готов. Сейчас буду на тарелочку сервировать. Вот такой грильный цыпленок Тапака получился. При этом, в принципе, никакого дыма, ничего нигде не стреляет. Все красиво и вкусно. Я сейчас еще разогреваю вчерашний тыквенный суп, и мы будем обедать. Вик, тебе огромный привет. Ты просила показать, как делать в оптигриле цыпленка. Вот так. Даже не успела для вас поснимать, когда вытащила из духовки. Нелли уже решила покушать. У нее подружка в гостях. В общем, они решили вот такую картошку с капустой и с грильным мясом. Ну, смотрите, что осталось. В общем, сейчас я все это перекладу вот сюда, в эту дозу. И на завтра уже готова еда. Вам как идея, может, среди недели что-нибудь нужно будет приготовить, не будете знать что. И вот такое блюдо очень вкусно, очень быстро готовится. Ну, в плане того, что не нужно стоять рядом, да, все быстренько положила в духовку. На этом буду заканчивать свой короткий кухонный вложик. Будьте здоровы! Кушайте вкусно и берегите себя. Пока-пока.